Мне всегда очень приятно возвращаться и в театр, и в балетный зал, находиться среди компаний, среди людей, педагогов. Такая прекрасная, очень теплая атмосфера. Я танцевала этот спектакль, наверное, миллион раз, но у меня в какой-то момент наступил период, когда я просто расхотела танцевать «Дон Кихот». Сколько прошло, 5-6 лет, у меня опять возник этот интерес, потому что возникло желание танцевать опять. Танцевать, летать, прыгать, просто выражать свои эмоции. И сейчас вот я второй раз возвращаюсь, и полна энергии, силы, вот этой какой-то, наверное, душевной энергии, которая заставляет тебя летать. И поэтому сейчас как бы с огромным желанием я жду этого спектакля. Поэтому это не просто как бы спектакль для галочки, это действительно желание станцевать этот спектакль.